Всем привет, дорогие друзья, с вами Некрос, ссылочка на плейлист в описании. Продолжаем играть в Катана Зеро. И слушайте, ну тут что-то прям... Первый. Это ж все надо как-то распланировать эти действия. Это работает, да, это работает. Хорошо. Пипец, я разжирел. Нефиг было убивать инструктора по фитнесу. А, то есть мне нужно будет открыть кнопки вот эти, да? Понятно. И никто из лифта... Храм смерти. Давай. Мне нужно 3 этажа, получается. Что это такое? Это что? Ой, да ладно. Это что-то интересное. Так. Подожди. Без тележки никак. А, да ладно. Даже так? Вы серьезно? Вот это жесткий левел какой-то уже пошел. Прям жесть. Ну-ка. Раз, два. Да ладно. Нормально. Да, это работает. Еще дальше. Да ну. Ну-ка давай. В смысле? А как мне попасть-то? Пау. Ну, какая-то прям жесть пошла. Ну, давай. Ну-ка. Поехали. Тихо-тихо. Нормально же идем. Главное не упасть. О-о-о. Жесть вообще. А он меня увидит ведь. И тут больше никого, да? Вы подобрали фиолетовую карту. Ага. О. А сюда никак, да? А, так я же обратно должен. Так, холл, космодром. Давай. Я так понимаю, что... Вообще спокойно можно всех их разместить. Ой, да ладно.
тихо. Остановись, кожаный мешок, остановись и внемли, червь. Ибо я, непобедимый киберман с планеты Глорбокс 12, склонись пред мощью моего искусственного интеллекта. Ха! Нормально. Все, терминатор. Фейталити на терминаторе. Слушай, а что тут делать? Ну-ка. А что, две пульки нельзя, что ли, отбить? О-о-о-о-о. Вот это да. Жалко. У-у-у. Ладно, живи, терминатор, так и быть. А, да? Нормально. Это сработает. А, то есть. Так нечестно. Ну-ка. Бам. О! Стреляй! Стреляй! Время-то идет. Гиперкосмос. А-а-а. Нормально. Нормально же? А это что? Оно меня не убьет, нет? Слушай. Это плохо, это очень плохо. Надо этого чувака с оружием убить. О, нормально. А что это было? Кто это сделал? А это я сделал. На всякий случай, а то вдруг они это... Ой. А, их можно подбирать. Вы подобрали желтую карту. Парарам-пам-пам. Так, не расслабляемся, мало ли сейчас кто-то выбежит. Это сработает. И что тут изменилось? Вопрос. Терминатор включился, что ли? Спасибо, что пощадил меня, кожаный мешок. Твое милосердие увеличило мой параметр эмпатии. Так. Тихий холм. Парарам-пам-пам-пам-парарам. У-у-у. Ого. Это что? Ничего. Эй. 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 Ну, здрасте. Ладно, тук-тук. Привет. Ой. О, да ладно, вот это жесть. Ладно, есть мысль. А, я понял, все. Аккуратно. Па-па-пара-па-па-па-па.
Я случайно дверь открыл. Тихо. Как сделать так, чтобы дверь не открывалась? А, я знаю, время замедлить. Тихо. Сейчас мы то же самое сделаем. О, здорово. Открывай. А, это была дымовая. В смысле? Дым-то рассеивается. Да, это работает. Так, ребята, на этом пока что все. Всем спасибо за просмотр. Ссылочка на плейлист в описании. Всем пока.